Готовим тыквенно-яблочный пирог. Берем тыкву, натертую на мелкой терке, добавляем одно яблоко, одну чайную ложку меда, хорошо перемешиваем и убираем в микроволновку на 1 минуту. Далее добавляем 2 яйца, оливковое масло, цельнозерновую муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Далее выкладываем тесто в форму. Форму я накрыла пергаментной бумагой. И выпекаем 40-45 минут. Пирог готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.